Всем привет, с вами Прия. Навеяло у меня наконец-таки вдохновение, и собрав такую более-менее полную информацию по поводу всего происходящего, решил рассказать вам один интересный момент. Итак, вчера при открытии сундуков я сказал такую фразу насчет того, что не все смогут открыть их сегодня. Да, совершенно верно. В этом был скрытый посыл. На самом деле, скрытых смыслов в моих фразах достаточно много, но перейдем к делу. Итак, вчера, 22 ноября, 22 же, верно? Утром некоторым людям прилетели баны. Проще говоря, блокировки учетных записей. Кому-то на день-2 из-за того, что были осуществлены передачи учетной записи, как вариант для того, чтобы попасть на ПТР, на какие-то скрытые учетные записи, какие-то, возможно, там манипуляции с аккаунтами делали. Ну, это дело уже самих людей, и они, я думаю, сами прекрасно знают, за что они получили день-2 дня бана. Итак, но есть люди, которые получили блокировку на 6 месяцев, которые, ну, выбывают из гонки Анторуса, скажем так, если, конечно, они не успеют качать новых персонажей и одеть их, но на самом деле те люди, которые займутся этим и займутся всерьез, такие точно будут, которые не расстроятся за счет этого и продолжат играть, они большие молодцы, так как блокировка их основных учетных записей, на которых они играли и делали всякие незаконные по лицензионному соглашению дела, продлится до 22 мая. Это очень долгая дата, и, честно говоря, дать бы мне эту блокировку на полгода, так я бы волосы, наверное, на себе вырвал бы все, абсолютно какие только есть, и каких нету, и какие еще не успели вырасти. Да, на самом деле, ситуация весьма печальна, пожелаем этим людям удачи, и впредь не нарушать те законы, те правила, которые вписаны в лицензионном соглашении. Всех вам благ, счастья, здоровья, как говорится, берегите ноги, следуйте правилам лицензионного соглашения, внимательно прочитайте его еще на разок, у кого есть какие-то вопросы или там какие-то нюансы, недопонятки в этом плане, обязательно займитесь этим. Ну и следите за гонкой Анторуса, надеюсь, будет весело. Всех вам благ, до скорого.